Вот это, ну вот эта вот вода, которая у нас сейчас под ногами, когда у вас тут появилась? Вода? Она появилась вчера маленько, а сегодня вот уже полностью заполнила. Паводковая ситуация в поселке Старица меняется стремительно. После того, как в ночь на 23 августа река Томь прорвала расположенную здесь дамбу, более 70 частных домов в этом районе Белогорска оказались под угрозой частичного или полного подтопления. Несмотря на все усилия сотрудников МЧС по берегоукреплению, остановить приток воды не удается, а залатать промоину в дамбе и вовсе пока не представляется возможным. На данный момент нет, так как перепад очень большой. То есть уровень реки, во-первых, поднялся, во-вторых, затопило пойму именно здесь, на острове. Соответственно, с этой стороны дамбы здесь глубина гораздо выше, чем на самой реке, собственно говоря. Туда и не Техника не зайдет, невозможно сейчас подобраться, только при понижении уровня воды. По данным на 24 августа в городе подтоплено свыше 130 земельных участков, в том числе несколько подворий. При этом в сами дома вода пока не зашла, затоплены только подполья. По словам жителей, благодаря своевременному оповещению от городских властей и регионального МЧС, успели подготовиться к приходу воды. Сделать мы успели что? Выкопать картофель выкопали. Вот. Теперь ну кое-какие там овощи, кое-какие собрали, какие не успели. Вот, потому что все еще они недоспевшие, капуста недоспевшая, она стоит вон, она ее видно отсюда. Ну, что успели, то успели сделать. Ну, приподняли, где какие электроприборы у нас, баня там, это, какие электроприборы, такие там стиральные машины, там подобие. Мы это приподняли, чтобы если вода уже под пол пойдет, значит, туда там ниже, чтобы не замочило электрическое, потому что потом все заново покупать надо. Аналогично развиваются события и в другом районе Белогорска, поселке Междуречье. Здесь по большей части находятся садовые участки. Однако в последние несколько лет тут начали строить коттеджи. И это несмотря на то, что территория в пойме реки и практически регулярно подвергается затоплению. В городской администрации говорят, будущих владельцев недвижимости об опасности предупреждали. В генплане у нас это отражено, что это потенциальная зона затопления и что здесь строиться нельзя. Ну, тем не менее, люди на свой страх и риск делают и, пользуясь пробелами законодательства, регистрируют потом право собственности на построенные объекты. Как только гражданин получил право собственности на объект недвижимости или там на земельный участок, он имеет право предъявлять компенсации в случае наводнения. Кстати, первые заявления на выплату компенсации от пострадавших от паводка белогорцев уже поступили. Сколько всего их будет и какие расходы по ним предстоят городскому бюджету, предсказать сложно. Тем более, что пик паводка еще и не достигнут. В последующем мы все-таки продолжаем прогнозировать подъем уровня воды, хоть и темп подъема снижается. Подъем уровня воды будет происходить с 24 по 27. Прогнозируем по модели 2019 года, что уровень достигнет 410-430 сантиметров. По последним данным, к утру 25 августа уровень Томи уже поднялся до 412 сантиметров. В затопленных районах Белогорска вновь оповещают желающих эвакуироваться в безопасное место. Пункт временного пребывания для них уже развернут. Вот только желающих оставить свои дома пока не находятся. Евгений Давенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение.